Образ медведя в культуре многих стран, а особенно в российской, занимает одно из ведущих мест. Именно этому символу посвятили выставку в историко-культурном отделе ДК «Видное». На ней представлены более 150 авторских работ из керамики, дерева, текстиля, пряжи, папье-маше. Есть и винтажные медведи, которые отражают определенную эпоху. Выставку организовала руководитель галереи авторских кукол-абажур Ольга Новак. Здесь у нас наши видновские мастера: Тачанова Наталья Николаевна, которая является педагогом в гимназии. Вот это все ее медведи. Эти все медведи в стиле тедди. И один из медведей – это медведь ревун, который с фотоаппаратом. Это, помните, были такие медведи, которые ревели, да? Ну, то есть вот Наталья сама разработала этот по выкройке тедди. Она поставила вот эту вот штучку, которая ревет. Также на выставке представлены картины, которые написали дети в разных арт-студиях. Их работы достойно конкурируют с подделками взрослых мастеров. Наталья Полякова из Видного сама научилась делать фигурки медведей из ваты по видеоурокам из интернета. Сначала что-то не получалось, но со временем Наталья освоила на отлично технику изготовления. И уже 2,5 года она мастерит маленьких мишек. И это не единственное ее хобби. И вяжем, и шьем, и вот кукол делаем. Ну и так что-то, какие-то панно, что-то, какие-то такие творческие вещи для дома. Все изделия поистине уникальны и неповторимы, и поэтому посетители выставки остались довольны. Конечно, очень интересная выставка, тем более, если дети этим занимаются, это вообще просто прекрасно. Выставка «Мишкина история» в историко-культурном отделе Дома культуры «Видное» будет работать до 21 июля. Приходите и посмотрите на авторские работы, которые посвящены символу России. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».